Всем привет! У нас сегодняшний, значит, денечек продолжается. Утро у нас продолжается на водопаде Лангкави. Относительно небольшой, но при этом, если так говорить, в неспешном режиме можно где-то недельку спокойно что-то находить, куда-то доездить. Здесь уже более туристическое такое местечко, нежели на котором мы были в водопаде, имею в виду, у нас вообще отсутствовал кто-либо, кроме там чувака, который ухаживал за территорией, и охранника. Но вот здесь уже там и байки, и видно, квадроциклы стоят, которые типа трекинги совершают. Ну вот, мы в Таиланде попробовали эту историю, она нас вообще не впечатлила. Мы там забор сломали, как бы чинили потом его. Ну, покуражились мы изрядно, но сами по себе квадрики, они как-то жестковаты, что ли, то есть комфорта не дарят, если особенно кататься, для чего они предназначены, они по дорогам общего пользования. Значит, вот что мы встретили с самого начала. Подвесной мостик, водопадик, все очень облагорожено, чистенько, вообще за вход не берут ни гроша, но при этом территория просто на мега уровне. Мужики даже листочки вон собирают, ходят. И, соответственно, вот, здоровается он с вами. Могу сказать, что здесь прямо вылизано. Ну, вот. Так что первые впечатления очень приятные. Ну что, прогулялись мы по этому прекрасному облагороженному парку. Впечатления только положительные. Можно отдохнуть, спокойненько присесть, чем-нибудь, если возьмете с собой, потому что здесь только такой жесткий перекус, как обычно. Ну, как обычно в таких местах в Малайзии, имею в виду, здесь такого, как бы, чипсы, сухарики, всякие газировки. Ну и шмотки продаются повсюду. Значит, можете спокойненько в какой-нибудь беседочке присесть. Очень комфортно, прохладно. Сам по себе пляж, ходиться на нем приятно, песочек видно, что завезенный, мягкий, а местный чуть пожестче. Соответственно, очень ухоженный, видно, вылизывают из-за гостиниц, которые здесь находятся. Но завод, который прямо около пляжа находится, он немножко, как бы, ну, своеобразно смотрится, честно говоря. Справа стоянка кораблей, каких-то больших грузов неподалеку, да, можно поснорелить, но вряд ли эта вода чистейшая, и вряд ли там прям коралловые все рифы такие благоухающие и цветущие. Но это, опять же, мое мнение, я сужу именно по, анализирую, точнее будет сказать, по качеству воды. Самой высокой горе на острове Лангкави. Значит, гора, в принципе, сама по себе относительно недавно была совершенно не обустроена. Я имею в виду, даже дороги к ней не было. И ездили все сюда по ухабинам и добирались, соответственно, на только таких подготовленных машинах. Ну, либо трекингом, что, кстати, тоже часто здесь любят делать. Трекинговые здесь прогулки очень часто встречаются. И как велосипедисты, тут, в принципе, эко-отдых такой регулярно можно встретить. Мы, по крайней мере, ежедневно видим, либо кто-то с палочками там идет, либо кто-то с рюкзачками в гору, либо на велосипедах. Соответственно, дорога здесь появилась благодаря вот этим вот двум сзади меня. А, кстати, еще одна появилась, наверное. Но я про две только вчера загуглил, точнее узнал. А в общем их уже, наверное, штук 5. Ну, не суть. Самое главное, значит, как только появились эти телевышки здесь, соответственно, сразу же начали думать о том, как их обустраивать и т.д. и т.п. Ну и вследствие этого, соответственно, обслуживать-то нужно. А малазийцы очень любят телевизор смотреть, как и большинство Юго-Восточной Азии ребят. В принципе, он у них не выключается. Виды, я могу сказать, здесь открываются неплохие, но только неплохие. Больше ничего не могу сказать по этому поводу. Зачастую дорога сама по себе красивее, чем само место. Регулярно пролетают красивейшие просто орлы кирпичного цвета, которые редкие. Вот, кстати, в Малайзии еще обитают орангутаны, которых мы видели в Индонезии, только другой род. Очень интересные животные. Кстати, заходите на наше видео, там у нас камера только появилась, мы начали снимать. Индонезия нас, в принципе, впечатлила так, что мы подумали... Филиппины уже нас так вот конкретно вздернули, и мы подумали, что вполне реально записывать то, что как мы передвигаемся. Пора, наверное, передать людям то, что мы видим, и, может быть, у кого-то сомнения какие-то по поводу той или иной страны будут развеиваться. Здесь, соответственно, мы к орангутанам не пойдем, потому что у нас, во-первых, по планам следующий Сингапур, и потом нам просто необходимо уже посерфить, потому что мы просто уже не можем без серфа. Это честно, это как уже болезнь. Это откровение. Ну вот, а Б, это, конечно же, трекинг у нас был в Индонезии просто впечатляющий. И, если так говорить, еще лишний раз беспокоить то животное, которое пытается вообще в прямом смысле слова выжить. А люди уже лезут тыкать в него пальцами, этими фотоаппаратами. Значит, по поводу птиц. Здесь, вот, как я уже сказал, обитают орлы, очень редкие, и носороги, птицы-носороги. Их нам еще не удалось повстречать, но мы видели каких-то огромных просто птиц, тоже с яркими клювами. Конечно, здесь разновидности обезьян еще присутствуют, помимо макак. Макаки тут вообще просто как кошки ходят по дорогам, там, как собаки, то есть к ним уже привыкаешь так, что как будто это само собой. Вот такая у нас смотровая площадочка, и... Если говорить про сам остров Лангкави, и если вы на несколько дней сюда приедете, решать вам, делать выводы вам. Вот такие виды открываются. По максимуму я это, в принципе, все передаю. Это самая, реально, самая высокая точка на острове Лангкави. Живность здесь с утра, вот зарядку я делаю, просыпаешься вообще мгновенно, птички поют, и рядом с нашим местом пребывания находится озеро, туда прилетают просто огромные птицы, журавли, там аисты, все вообще вот это вот большое, кроме фламинго, по-моему, все длинноногое у нас там живет, поет и чирикает. Не переключайтесь, короче, с нашего канала, подписывайтесь обязательно. Так что все, всем до завтра.